Короче говоря, это место тернового куста, который почему-то называется акацией. Считается, что вот это место горело. Куст и не сгорал. Мы с Дорой пришли сюда. Сейчас помолимся, послушаем, что Бог нам скажет. Вот, так что это часовня, где Моисей молился. Эти люди все сюда приходят на поклонение, как стена плача, записочки. Тут вот куст, который светится и горит. Там вот храм, бойница, стена. В общем, это как бы внутри монастыря интересного.